Врізалася в електроопору. У Сумах на вулиці Івана Харитоненка поблизу мосту сталася дорожня аварія. За кермом автомобіля «Мерседес» була 24-річна жінка. Її звідти ушпиталили. На місці происшествия обнаружили женщину, она является водителем этого автомобиля, это автомобиль Mercedes. Вот, она пострадала в этом ДТП. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, вот, сотрясение мозга под вопросом, вот, и закрытая травма грудной клетки под вопросом. После этого пострадавшую доставили в нейрохирургическое отделение Сумской областной больницы.